5-6 тысяч мАч. В описании к такой батарее обещано, что она без начального запаса только от солнца способна полностью зарядить смартфон за 4 часа. Экспертам из лаборатории Московского политехнического университета... Это разводняк. Не заказывайте. Пауэрбанк такой. Наши испытатели Саша и Катя решили проверить, сможет ли устройство хоть как-то выручить в критической ситуации. Кать, я оделся потеплее, как ты просил, и зачем ты взял маску для сна? Что мне предстоит? Угу. Смотри, тебе нужно будет отправить мне местоположение отсюда, куда тебя привезут. Угу. А с помощью чего я это сделаю? А, не волнуйся, вот в этом чемоданчике есть все, что тебе нужно, сам разберешься. В общем, друзья, не покупайте, не заказывайте в такой пауэрбанк. Уже не первая жалоба прошла. На 30 тысяч микроампер продают, а там даже 5 тысяч микроампер нету. Саша ждет чуда, техноблогер Алексей Надежин проверяет фактическую емкость аккумулятора. Оказалось, в устройстве всего 600 мАч. Обманывают по-крупному. 10 раз. Вот, представляете? Вот это устройство. Вот такое. И оно нифига не заряжает. Нет, Александр, так не годится. Катя ждет точку с геолокацией. Увы, сообщение она так и не дождется. Если вы смотрите это видео, знаете, уже стемнело, и я так и не смог зарядить свой телефон с помощью внешнего аккумулятора солнечной батареи. Вот оно. Соответственно, я не отправил Кате Кондратьевой свое местоположение, и я теперь не знаю, когда меня отсюда заберут. Разводняк не покупайте. К сожалению, без яркого солнца рассчитывать не на что. И эта батарейка – полный обман, а не чудо.